далеко не всі господарі хочуть дотримуватися простих та елементарних правил вигулу домашніх улюбленців. Лише мізерна частина свідомих власників собак прибирають на вулиці за своїми улюбленцями, розуміючи, наскільки це важливо і відповідально. Як вирішити цю проблему та чи можливо змінити менталітет господарів чотирилапих? Про це ми розмовляли з начальником відділу обслуговування житлового фонду, обліку, розподілу житлової площі, приватизації житла та з питань надзвичайних ситуацій виконкому Вишневої міської ради Олександром Волковим та директором притулку для тварин «В добрі руки» Катериною Жуковською. Як з нею боротися? Сложный вопрос. Я не дам вам однозначного ответа, потому что борьба здесь заложена именно в нашем менталитете, в нашем сознании. Вот, вы знаете, много принимается законов полезных и хороших о запрете курения в общественных местах, о запрете распития спиртных напитков в общественных местах. И курят, и пьют, и никто с этим не борется. И если люди начнут сами понимать, что они, выгуливая свою собаку и спокойно наблюдая, как собака, естественно, отправляется на дорожку, на тротуар, там, где ходят другие люди, и относятся к этому с улыбкой, спокойно. Но я не знаю, зачем такие люди заводят собак. Потребность собачки вот выйти на улицу и сделать свою естественную вот эту вот надобность, это естественная потребность. И собаки так уж заточены на то, что они в квартире этого не сделают. Собаке нужен выгул, ее надо вывести, она вот должна сделать свои делишки вот на улице. Хозяева это прекрасно знают. И заводя собаку, они должны быть, ну, по крайней мере, давать себе отчет, что это будет каждый день, по несколько раз в день. И за ними... За каждым человеком коммунальщика не представишь. У нас нету столько людей, чтобы ходили и за каждым только делали, что убирали, убирали, убирали. Засновниця притулку для тварин «В добрі руки» пані Катерина переконана, що шлях до вирішення цієї проблеми є, і він цілком зрозумілий. На самом деле бороться ни с кем не надо. Вот есть хорошее выражение, я почему-то вот думала о том, о чем мы будем с вами разговаривать, и вспомнилось оно. Ведь чисто не там, где убирают, а там, где не сорят. Вот, то есть, как только каждый человек, который гуляет со своей собакой, ну, это поймет и до него это дойдет, что у него там когда-то будут дети или они есть, и они хотят бежать там по этому же газону, зеленая травка, которая, ой, вот только она вылезла и красивая, сочная, а там подарки такие. На самом деле, дело не во времени года, не в породе, не в городе или в селе, а проблема в головах у людей. То есть каждый человек должен понимать, что если он хочет идти, чтобы глаз радовался, то он там не должен бросать бумажку, не должен бросать окурок на дорожку, ну и точно так же убирать за свои собаки. Пані Катерина каже, гуляючи зі своїм собакою, спостерігає за тим, що усвідомість людей за останній час справді трансформується. Тобто, якщо 5 років тому я нікого не бачила, які б убирали за своїми животними, то зараз, ну, пускай не 50% людей, але 30-40% тих, кого я зустрічаю, они за своими животными убирают. Во-первых, смотрят друг на друга, что, ага, так, кто-то убирает. Вот на самом деле предлагаю тем, кто убирает, ну, давать какой-то там негласный пример тем, кто не убирает. Я там несколько раз уже, ну, я понимаю, что можно нарваться на грубость какую-то в свой адрес. Но, в общем-то, с какой-то иронией, с какой-то шуткой. Я там предлагаю, я говорю, ой, вы забыли кулечек дома, а вот вам, держите. Вот. Ну и один человек как бы негативно отреагирует, а второй человек скажет, ой, да, спасибо вам большое, я вот дома забыл, ну и убирает. Он так уберет один раз, ну, да, в следующий раз он задумается, что ага, я иду с собакой, не мешало бы положить в карман кулечек. Катерина Жуковська зауважує, якщо людина хоче прибрати, вона знайде вихід. 55 гривень коштує 1000 пакетиків, яких вистачить на кілька місяців. І прибрати не так складно, викинувши у сміттєві баки чи контейнери, які прибираються комунальними службами міста кожного дня. Цивілізований, куди ми йдемо потихоньку, але помимо там, общественних організацій, комунальних служб, які потихонечку йдуть к этому моменту, там заказывают таблички, которые там будут установлены в городе, там кулечки, эти урны. Ну, должны люди сами идти к этому.